Кто остался в горах той страны, что зовется Уран? Кто мечтал, что вернется домой, и его встретит мать? Кто забыл, что такое сны, когда брал караван? И поверьте, никак не хотел молодым умирать. Кто познал недосказанность курасов в онемевших камнях? Кто глотал перемешку с песком ветер горных морей? И кто в жарком бою, прикрывая друзей от огня, принимал на себя шквальный ливень свинцовых дождей? И постель из песка предложила нам смерть, приказала она быть живыми не сметь. Но карабкались мы, ухватившись за нить, и твердили себе, что солдат должен жить. Кто судьбу положил, как на мерную чашу весов, между жизнью и смертью сжимая в руках АКМ, и чье время застыло навеки, как стрелки часов, оборвав эту жизнь, будто не было жизни совсем. Кто в свои 20 лет умирал, изнывая от ран, одинувшись душой до Господних небесных дверей, и горящее солнце страны, что зовется Уган, имена выжигала на скалах погибших друзей, и постели песка предложила нам смерть, приказала она быть живыми не сметь. Но карабкались мы, ухватившись за нить, и твердили себе, что солдат должен жить.